Нюансы для толчковой техники, когда мы декомпрессируем весь позвоночник. Да? Уже проработали и вот этими кочками, и этими, и кулаками. Ну, на этом можно не останавливаться, да, а действовать дальше. Значит, можно также вот локтями опереться. Ух, как он шатается. И вот так вот. Ну, локти, они менее чувствительны, менее подвижны, чем ваши руки, да? И вот такими локтями тоже можно так стянули ткани, прицелились и потом толкали. Ну, амплитуда меньше, да? Чем больше амплитуда, тем сильнее будет. Поэтому тут, когда мы так стоим, да, мы добавляем корпус свой и еще качание головой. Получается, голова тоже весит, как ты говоришь, 5 килограмм, да? Угу. То есть дополнительно, как маятник, толкаем. Да, если... И так не получается, то для больших грузных людей мы еще сделаем на полу. Ногами? Несколько приемчиков ногами, да. Если такой здоровяк к вам прям пришел. А так вы можете добавить себе еще качание, не только маятник головой, да, но маятник еще ногой делаем. Эффект кенгуру. Знаете, для чего кенгуру такой длинный мощный хвост? Чтобы она когда машет, она больше отталкивается, и амплитуда скачка у нее увеличивается. Поэтому тут мы используем ногу. Вот качаем ногой назад. Проверили, чтобы ничего не задеть. Прицелились. Раз, раз и раз. Вот такое движение. Видно меня всего, да? Это в боксе используем. Видел? Или этой ногой, да. Раскачали и вот так вот. В боксе, в кикбоксинге тоже так используем. В боксинге, да? Да, одну. Противоход получается. А, да. Как кенгуру, наверное, используют. Как кенгуру. Да, это я посмотрел кенгуру. Ну, такие многие привычки я как бы разработал сам в процессе практики. Поэтому ловите лайфхаки, ловите на лету и используйте в своей практике. До новых встреч, друзья. Даю свет, даю просвещение в массы.